Всем привет! Вы на канале Lady Life Brush & Shill. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как я буду сушить травки. Да? Значит, наконец-то! Сегодня я ездила на дачу опять, и все вроде подросло. Наконец-то я собрала своим шиншилкам одуванчиков. Много ходила я с ножницами, потому что одуванчики мелкие, маленькие еще. И резала эти одуванчики, и нарезала я еще травки, смотрите. Ну, это типа газонная трава и, может, тимофеевка, ну, что-то такое, в общем, сорняк какой-то, вот видите. Да, это я все перемешала, и буду это все сушить. Сейчас я это все помыла, потому что у меня две шиншилки, все-таки, ну, водичка была такая грязная, да. И крапива. Вот что хочу сказать. Раньше я крапиву кипятком не обдавала, потому что она молодая, она не жжется. На этот раз я что-то начала ее мыть, а она прям это все-таки жжется. И решила я ее кипяточком обдать. Что вы думаете? Вот обдала я кипятком, и она так стала пахнуть, как будто вот когда супчик варите, да, и пахнет вот этой вот вареной крапивой. Ну, в общем-то, я думаю, что это не особо хорошо, потому что все витаминчики, мне кажется, уйдут, потому что она сварилась. Поэтому больше я так делать не буду. Всегда сушила, никогда я кипятком этим не обдавала, всегда просто так сушила, помою и посушу. А этот раз я вот решила обдать кипятком. Ну, кстати, она уже не колется. Кипяточком обдала, она не колется. Ну, в общем, не буду я больше давать кипятком, потому что получается вареная. Я буквально просто из чайничка полила, ну, немножечко так вот из чайника, и она все равно вся сварилась. Больше я, в общем, не буду крапиву обдавать кипятком. Так, ну, потом посмотрите, я это все перережу. Крапивку я не буду, крапивку буду так сушить, а одуванчики я порежу и посушу, и посмотрим, что получится. Наши шиншилки будут очень довольны. Друзья, ну вот мой солнечный балкон. Смотрите, как палит солнце. Вообще. И здесь я сушу все травки для шиншилл. Но не все, правда, конечно. Летом я сушу, если большое количество трав, да, то я сушу это все на даче. А так вот у себя на балконе. Смотрите, там какие-то тучи у нас идут. И солнце палит. Ну и вот что у нас получилось из одуванчиков и крапивы. В общем, я все смешала вместе, еще травку тут смешала и порезала. И вот сколько у меня получилось травки. Шиншилки, конечно, очень довольны этой травкой свежей. Они кушают с аппетитом, с удовольствием. В общем, не так уж много, но это только начало, да? Только весна наступила, еще не особо много травки везде, поэтому надо все собрать, все равно красота и вкуснятина для шиншилл. Еще хочу я поделиться такой проблемой, точнее не поделиться, а спросить у вас, может, вы знаете и, может быть, сталкивались с этим, да? Значит, проблема такая: захожу я на свой канал, да, и хочу загрузить видео, но ничего не получается, а выходит вот что. Посмотрите, пожалуйста. Видео не загружается. Если я захожу на, например, с другого своего канала, да, ну, я им не пользуюсь, но все-таки я с него захожу, то видео я просматриваю. Если я захожу с Яндекса, с браузер, да, Яндекс, то видео я смотрю. А если я захожу на YouTube и захожу на свой канал, и видео я загрузить не могу. Если у кого-то что-то подобное было, подскажите, пожалуйста, что вы делали и что нужно сделать в этом случае. И всем до новых встреч. Пока-пока.